Эй, салют, народ, привет, Ютуб. Очередное видео отчет о росте дредлоков. Сейчас вырвался на рыбалку. Конечно, думал об этом, съездить на рыбалку, наверное, уже недели две было в планах. Ну, как видите, с погодой не особо везет. Ну, сейчас прошел дождь, все еще мокрое, но мы все же вырвались. Немного думаем половить рыбки. Да не то, что там половить, так сказать, сам, так сказать, процесс, наверное, рыбалки. Ну, вот такие вот дела, ребятки, немного, так сказать, вырвался из городской суеты, половить немного рыбы и провести немного времени на природе. Что и советую сделать вам, ребятки. Выбегайте почаще на природу со своими близкими, со своей семьей, со своими детьми. Так что так вот, ребята, что, вот такое вот было видео, вот такая вот здесь природа. Ставропольский край, ребятки. Вот. В дальнейшем, может быть, в планах стоит съездить еще на море. Ну, это, может быть, через месяц съездим. Искупаемся, помоем дреды, помочим дреды. Такие дела, ребята. Ладно, что, наверное, на этом и все. Вот такое вот было видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего самого наилучшего. Всем здоровья, счастья. Всего-всего, ребята. Всем peace, всем мир, всем удачи. Пока.